Я сейчас снимаю на камеру 16 на мегапикселей. Ну, я не знаю, если это точно. Но она, в общем, камера 16.9. Не знаю, какая это камера. Скрыть это, я думаю, он хорошо снимает. Но сейчас мы перейдем еще к другим камерам. Сейчас я включил такой режим, где вроде бы камера снимает на полный экран. Это так и есть? Или это не так? Ну, в общем, вроде бы сейчас она снимает на полный экран. И по качеству я не знаю, хорошая, нехорошая. Это вам уже решать. Но сейчас я еще перейду. Ну, в общем, сейчас я, наверное, снимаю на хорошую камеру. Не знаю, если это так, но, в общем, что-то у меня видео 4К не получается. Но и все равно я 4К не смогу обработать, потому что получается 4К он не обрабатывает. Но сейчас я постараюсь сделать фотку, и вы уже скажете лучше, наверное, чем видео, но я и постараюсь в видео 4К снять. Но оно в целом не обработается. Так, ну что за там будет меняться? Но на последний я снимаю на эту камеру. Я думаю, это самое лучшее. Но я сейчас включил там всякие штуки. Теперь оно у меня снимает и разрешение 4К. Надо просто чуть-чуть полазить в настройках. Я как бы снимаю отдельные видео, потом их скрепляю. Ну, сейчас я там на минут 10 лазил. Но все же я это сделал. Но все равно он так не обработается. Но хотя бы я буду знать, что уже там 4К съемка. Если что, в компьютере, может быть, и обработать. В общем, мне больше чем нет. Я просто хотел испытать, чтобы вы там мне написали в комментариях. Ну, как бы, я сниму следующее видео. И вы и на этот раз я не буду выбирать с ним. Напишите в комментариях, какую из двух моих тем, ну, хотите, которые уже есть. Всем пока!